Всем привет, мы продолжаем играть в ТЛД. Сейчас мы с вами направляемся к нашему царю, батюшке. О, тут, смотрите, тут еще и дракон намечается. Неплохо. Давайте тут сделаем так. Просто потому, что это будет быстрее. Ох, ё-моё. Да где же они набирают этот металл? Ребята, мне продавать его некуда. Что вы со мной делаете? И вот тут мы тоже поможем. Серьезно? Давайте-ка мы весь паршивый выкинем. Соберем этот. Он получше, подороже. А мне уже и этот некуда собирать. Ну что вы со мной делаете? Зачем? А, вот. Так, быстро идем в кузницу. Сколько он может забрать? Еще одну возьмет? Да, вот так. А, что-то взять, что ли, купить у него? Так нечего такого. Ничего такого, что нам бы пригодилось. 33, 15, 26. Можно взять вот это. Роханскую броню. Конюшня. Конюшня 700. Есть. 750. Нормально. Давайте-ка попробуем их догнать. А, нет, не догоним. Мы слишком медленные для них. Ну ладно, тогда Вальдбург. В Вальдбурге уже сдадим остатки металла. У нас один покалеченный, кто-то раненый. Это у нас оруженосец Гондора. Нормально. Все это нормально. Король Теоден Анпост Рукхайл. Нужно будет съездить туда. Так, кузница. Кузница мы сдаем вот это. У него 1000 тут. Хорошо. На 1000 мы уже сдали. Больше смысла нет. Эдорас. Быстро едем в Эдорас. Сдаем в Эдорасе. Едем к речному. К аванпосту. Аванпост, да. А, не успели. Жаль. Честно, жаль, я бы с удовольствием поучаствовал в драке. Королевская кузница. Сдаем остатки. Если королевская кузница примет. А, у них 4000 примет, конечно. Вот, все шикарно. Наконец-то я добил это все. И 19 тысяч усиленная роханская броня. Серьезно, 19 тысяч, ребята. Нет, это круто, конечно. Броня-то прикольная, но 19 тысяч, серьезно. Перебор, по-моему. Ну да ладно. Так, а теперь ищем нашего короля. Где он там лазит? С кем он там дерется? А что ты нам скажешь, а? Орфарин ожидает моего письма. Карас Галадон. Нормально, поехали. Карас Галадон — это у нас эльфийский город, если я все правильно помню. Да, он крайний. Самый крайний, так сказать. Ох, йо! А куда эта радость движется? 86. А, они короля преследуют. Но они слишком мощные. Но если, допустим, еще 80 тех я мог что-то сделать, то против 190 уж извините меня. Переборы у вас, ребята, с количеством
Воинов. Ага, что ж вы все там так погибаете быстро, ребятки? Со всех сторон обложили козлы. Со всех сторон. Ну, кто у нас остался тут? Такой, кто может еще что-то сделать? Давайте посмотрим. Может, я сейчас где-то тут найду еще противника себе по силам, которого смогу еще убить. Слабо, конечно, верится, но будем надеяться на что-то. Как говорится, на что-то надеяться надо, а то жить не хочется. Едешь в одну сторону, там погибают, едешь в другую сторону, там погибают. Ну, твою мать, ребята. Соберитесь, что вы как мямли какие-то. Как будто никогда не воевали. Кстати, если бы вот те 80 солдат остались с полководцем, я бы попробовал на них напасть. Но они были там 190, 100 и 80. Сами понимаете, это было так себе идея. Меня бы разбили, я даже ничего не смог сделать. Лесная крепость эльфов. Да, главная площадь. Вот это вот то, что мне нужно. Теперь еще ищи этих дебилов. Любят они по деревьям сидеть. Бесит меня. А ну, а ты мне что скажешь? А, нам докладывают близ города Южный онпост рунийцев. Да ну ты что, пьяная? Сейчас я к рунийцам попрусь. Оружейная. Что у них по оружию? Ну, что-то выглядит все не очень весело. Неплохо, но такое себе. У меня 37, 26, 33. О, лук, да, лук у них шикарен. Ничего не скажешь. Так. Ну-ка. Пойду накостыляю сейчас этим ребятам. Хотя можно было быстрым и не пришлось бы вот это вот долго, нудно страдать фигней, но ладно уже. Нравится мне это копье. Дико нравится эта фигня. Когда ты с копьем несешься, это прям чувствуешь себя воином. Ё-моё. Ладно, сами напросились. Берем меч. Почему мои стоят? Я им отдал приказ в атаку, а они стоят. Пьяные, что ли? А, я понял, в чем проблема. Я с дуру отдавал приказ только пехоте. Тут сам виноват, не заметил. Так, едем в Рохан. Хлопцы, едем на родину.
Да, я взял скилл, чтобы часть опыта моего типа распределялась между моими воинами. Это быстрее прокачивает их на самом деле, но оно первого уровня, поэтому очень слабое. В темной фракции оно берется автоматом, я так понимаю. И практически половина опыта уходит. Там очень быстро прокачиваются воины, очень быстро. Тут ничего не скажешь. Прокачиваются они быстро, но при этом у нас западный Эмнет под осадой. Давайте съездим туда и посмотрим. Я не знаю, конечно, что мы сможем сделать, если там осаждают сейчас те, кто, я думаю, то там около 400, наверное, или двух хотя бы. Ну, если бы сотня была, это еще куда ни шло, мы как-то могли попробовать потягаться, но против такого количества вряд ли мы сможем. Вот там кто-то еще и умер. О, битва идет. Западный Эмнет против А пошли вы все назад. Максима Палый, битва. Тогда же ж мне битву улететь. 173 против 360. Плохо. Очень плохо, на самом деле, потому что их почти в два раза больше. Да что почти, их в два раза больше. Так, а ну дай-ка мне пройти. Ребятки. А! Да выкаблучивался, упал. На ту сторону, что ли, сходить попробовать. А, тут везде такое. Народу слишком много. Так, а ну дай мне пройти. Застрельщик Рохана. Ну да, основная толпа идет с той стороны. С той стороны и на ворота. Как обычно. Так, еще скиньте меня со стены. Да, тут лук бы не помешал. Надо будет, наверное, прикупить какой-то минимальный. Хоть что-то такое, знаете. Пусть слабый, но хоть какой-то лук, потому что, ну, сами видите. Просто мои не дают пройти даже. А если дают пройти, то я замахнуться не могу. Они стоят у меня перед глазами. Давайте, пропускайте их сюда по одному, я буду бить. Нет, ну ладно. Нормально, нормально. Сейчас новая волна полезет. Да, прибыли новые враги. Опять же, их много. Ой-ой-ой. Роханский щит. Роханский топорик. Щит, щит, щит. Все не то. О, орчи дротики. Да поймай же ты эти орчи дротики. Не могу взять. Что там внизу творится? Ой, внизу прорываются скоты. Ой-ой-ой.